Председатель партии националистического движения МХП Турции Девлет Бахчели намерен открыть школу в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском городе Шуша. Партия готова построить в Шуше начальную школу с обучением по 9 предметам с позволения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при условии, что проект сочтет целесообразным президент Азербайджана Ильхам Алиев, написал Бахчели на своей странице в Твиттер. Он отметил, что строительством школы в Шуше по его личному указанию займется Фонд просвещения и культуры «Улькёджаклары». По словам Бахчели, победа в Карабахе стала одной из самых славных и эпических достижений тюркского народа за последние годы. Лидер партии также привлек внимание к значимости Шуши для тюркской культуры и истории. Освобождение сердца Карабаха Шуши 8 ноября 2020 года сломило сопротивление зла и разрушило иллюзии страны-террориста Армении. Шуша наряду с важным стратегическим положением является символом тюркской культуры и истории. Наш моральный долг – добиться развития Шуши, являющейся одним из источников культурной и творческой жизни Азербайджана, и обеспечить будущее живущих там тюркских детей. Поддержка сфер образования в этом древнем тюркском городе – обязательство, которым нельзя пренебрегать, написал Девлет Бахчели, подчеркнув, что партия готова задействовать все имеющиеся возможности, чтобы построить начальную школу в Шуше в кратчайшие сроки. Далее он напомнил, что национальный гимн Азербайджана был принят 30 января 1920 года. Автором текста гимна является Ахмед Джавад, а композитором Узейр Гаджибеков, уроженец Шуши. В этой связи лидер турецкой оппозиционной партии предложил заложить фундамент начальной школы 30 января 2021 года, а назвать ее в честь Узейра Гаджибекова. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.